Девчонки, привет! Все вы в курсе, что мы собираемся удивить наших болельщиков, наших зрителей некоторыми новыми придумочками, фишками в конкурсе. Поэтому сегодня мы будем выбирать коллекции, какая вам нравится, из фан-шопа хоккейного клуба «Динамо Минск», чтобы в них потом предстать перед зрителем. Можно выбирать все, что угодно, можно комбинировать как угодно, можно брать игрушки, кепки, шапки, кружки, наверное, нет. Ориентируемся на спортивные костюмы и, может быть, на джерси. Хотела XS взять, понимаешь, ты может быть и детская. Смотри, оп, огонек. Нормал? Вообще шапка не нужна. А что ты белый не надела шапку? Ну, вот как, знаешь, как гора с этим, со снежком на вершине. Шафт ты можешь вот идти и как-то его там обыгрывать, растянуть, показать там диагональ, забросить. Надо выйти, меня бить! И все будет классно.